Всем привет, с вами канал Крутой Гаджет, и сегодня будет обзор смартфона Blackview A5. Вот это бюджетный смартфон, вот такой. Это очень бюджетный смартфон, его цена $44. Вот так вот достаем из коробочки наш смартфончик. Здесь вот такой силиконовый кейс у нас в комплекте идет. Так, открываем дальше. Здесь инструкция. Вот такая. Дальше идут наушники вот такие. Плохие, наверное. Так, USB, micro USB кабель. И вот зарядка. А зарядка у нас на сколько ампер? На 0,7 ампер. У нас зарядка. Вот такая. Так, это все давайте откладем сюда. И вот наш смартфон сам. Вот здесь справа есть кнопки регулировки громкости и кнопка выключения. Так, сверху здесь разъем джек 3.5 для наушников и разъем micro USB. Справа, слева здесь вот ничего нету, а снизу микрофон. Так, сзади у нас задний динамик, а спереди передний. И также здесь есть камера спереди на 2 мегапикселя, а сзади на 5, но оно программным обеспечением улучшает это изображение до 8 мегапикселей. И также здесь есть вспышка. Так, давайте я открою сейчас этот кейс. Здесь вот такое, как видите, необычное покрытие крышки. Вот такое кубическое. Так, открываем. Здесь стоит съемный аккумулятор на 2000 мАч. Вот также здесь есть поддержка двух сим-карт, микро-сим-карты и карты памяти. Сейчас вот покажу. Вот аккумулятор на 2000 мАч. И вот слот для микро SD и для двух микро сим-карт. Так, давайте закрываем вот это все дело. Включаем наш смартфон. Здесь, кстати, экран 4.5 дюйма IPS. Здесь стоит, вы не подумайте, Android 6.0, практически наиновейший на данное время. Вот. Так, давайте запустим Antutu. Так, где же оно? Вот здесь. Ну, открывается. Так, вот. Здесь он набрал 23 456 баллов. Это хорошо для такого бюджетного смартфона за $44. Вот. Давайте посмотрим характеристики этого смартфона. Так, бренд здесь Blackview, модель A5, Android 6.0, процессор MT6580M, видеокарта Mali 400MP, расширение здесь, конечно, очень маленькое, 480x854, камера здесь реально не 8 мегапикселей, а 5, оперативка здесь 1 гигабайт, а встроена память здесь 8. Так, здесь 4 ядра по 1,3 Гц. Также здесь плотность пикселей 240 dpi. И здесь, как видите, 2 тач. Так, здесь больше практически ничего нету. Здесь есть акселерометр от МТК. И датчик освещения от МТК. И еще Proximity, это датчик приближения тоже от МТК. Дальше давайте посмотрим, какая здесь яркость. Заходим сюда. Минимальная здесь хорошая, а вот максимальная здесь не очень. Так, дальше давайте перейдем в настройки. Посмотрим на звук. Так. Давайте вот это максимальный. А вот это минимальный.
Минимальный еще может сойти, но максимальный не очень громкий. Но это все бюджетный смартфон, так что на него хорошо. Здесь также есть функция Gastro Unlock. Это, например, если вы хотите разблокировать экран, то нужно два раза нажать на экран. И многие другие там. Нарисовать какую-нибудь букву, чтобы приложение запустилось. Вот, давайте попробуем. Но сразу же скажу, здесь вот, как видите, у меня ничего не работает, не знаю почему. Может, это модель такая просроченная, или на этом телефоне это не работает, просто внесли настройки такие. Не знаю. Так, давайте дальше посмотрим в галерее на камеру. Вам не видно, наверное, здесь хорошо. Но здесь, вот как видите, на каком расстоянии. Здесь вот детализация более-менее на 5 мегапикселей. Так, вот еще фотография. Еще текст. Вот нормально сфотографировала. Вот еще дом. Это нужно было фотографировать с HDR. И вот все. Так, давайте еще посмотрим, какие здесь изображения есть. Вот такое, 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 такое. Вот здесь их немного мало, вот как видите. Вот давайте и так еще вам покажу игру World of Tanks. Так вот, у меня стоят настройки Ultra Low, ультра низкие. Вот и бой. Бой уже начался. И как видим, здесь 30 FPS, ну бывает и 28. На минималках здесь отлично играть, но на максималках здесь невозможно тупо. Там 6-9 FPS. Так что даже не думайте ставить на этом телефоне. Что-нибудь еще другое, не бояться потерять этот смартфон. То если для этого вам нужен смартфон, то вот, пожалуйста, берите вот этот такой смартфон. Вот, а если вам этот ролик понравился, то поставьте лайк под видео. И также, если смартфон понравился, тоже. Также подписывайтесь на мой канал, пишите в комментариях, что вы думаете об этом смартфоне. Также не забывайте делиться этим видео в соцсетях. И всем пока!